Ну вот я только как бы, ну недавно, как бы у нас зарплаты маленькие, а ну, в городе вот Пскове, как бы я там получал-то, как бы, ну, как копейки. Да. Я как бы вот на контракт устроился, вот мне хотя бы какие-то там деньги хотя бы платили. Это я понимаю. И вот мне не сказали, ну, езжали, а как бы я только, ну, недавно. А что я как бы сделал, я только недавно на контракте. Так вы ради денег поехали или не ради денег? Не ради денег. Мне как бы этих денег хватало, то, что вот когда я вот устроился, мне вот этих денег хватало. То, что мне платят, как бы то, что я домой приходил, как бы Понял. Но если бы вы вовремя. не поехали, вас бы уволили, и вы бы лишились этих денег. Да. И поэтому вы решили ехать. То есть, все-таки косвенно из-за денег. Може бути, навіть да. Бачите, і от коли насправді це ж не перший оцей момент, знаєте, коли москалі, ну от коли їм просто ставиш прості питання, але у лоба, вони розуміють, в чому сенс. І я вже бачу, от в того ж таки Золкіна, не перші от такі реакції москалів, коли їм кажуть, ну чекайте, ну тобто, по всім ознакам, ви ж окупант. Ну я приїхав сюди, ні, чекайте, ви приїхали зі зброєю в іншу країну, абсолютно. Ви перетнули державний кордон, ви окупант. А, ну виходить, що так.